При аварии Ан-24 в Бурятии погибли 2 человека, пилот и бортмеханик. Сегодня утром самолет вылетел из Улан-Удэ. На подлете к Нижнеангарску у борта отказал один из двигателей. Посадка совершилась в аварийном режиме. На кадрах, которые снял один из пассажиров самолета, видно, как лайнер при снижении выезжает за пределы взлетно-посадочной полосы и врезается в здание очистных сооружений. После этого начинается пожар. Среди пассажиров 21 человек обратился за медицинской помощью. На сегодня пока тяжелых нет, только легкие и средние тяжести. Вся медицинская помощь оказывается. Ну, самолет после столкновения загорелся, выгорел полностью. Сейчас потушен, ведутся уже следственные действия, действия по расследованию происшествия, ну, в установленном порядке. Хотелось бы высказать соболезнования близким погибших пилотов, ну и сказать, что мы всю помощь людям, которые так или иначе получили какие-то травмы, окажем. Сейчас Министерство здравоохранения республики в полном объеме сориентировано на поддержку и помощь для Нижнеангарской больницы, для Северо-Бакетской больницы. В общем, все средства, которые будут необходимы, будут выделены, и помощь будет оказана в полном объеме. По данным МЧС, на борту самолета находилось 48 человек, из них 5 членов экипажа. В лечебных учреждениях организован контроль за состоянием тех пострадавших, которым понадобилась госпитализация. Последствия аварии ликвидировали пожарные, полиция и медики. Всего 65 человек и 15 единиц техники. Пожар на площади 200 квадратных метров был ликвидирован полностью.